Добрый день, уважаемые зрители. Хотел бы высказаться по поводу ситуации Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Считаю, что Владимир Зеленский нажил себе врага в лице Дональда Трампа. И при том, что он играет роль Трампа, человека, которого эта ситуация никак не возмущает, и то, что он как бы дружественно относится к Владимиру Зеленскому, но Дональд Трамп уже ненавидит Владимира Зеленского. И это можно видеть по реакции Зеленского. Он начал нервничать, начал проявлять свои эмоции мимикой. Он очень усталый психологически. Считают, что Владимиру Зеленскому будет очень сложно дальше управлять Украиной, так как он нажил себе врага в лице Дональда Трампа. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, высказывайте свое мнение. В Украине будет все хуже и хуже жить, так как во главе Украины стали люди некомпетентные.